Всем привет! Сегодня ко мне пришла вот такая вот посылочка. И посылочка с вот таким вот, я не знаю, портретом, что ли. Вот такие глазки, носик, ротик и написано. Что это, сорт или просто хорошее чувство юмора у продавца? Я не знаю. Что я вам хочу сказать? У меня и сад, и огород, и цветов куча дома, всяких разных, и диковинки, и обычные, простые, и дарят мне, и сортовые. Но этого у меня еще не было. Вы представляете, за всю свою жизнь у меня этого не было. Почему, не знаю, но в один прекрасный момент меня перемкнуло. Нет. В общем, что я хочу сказать, на все свое время. В общем, пришло время мне это иметь, значит, такая судьба. Так что такое Донателло? Сорт? Я какой-то ученый, писатель, архитектор, художник. Пишите мне в комментариях. Напишите мне в комментариях, есть у вас такая штука? И как вы за этим ухаживаете? Подождите, надо быть очень-очень аккуратным. Это у меня еще. Готовились. Ну, все увидели. Вот она. Это орхидея, как вы уже поняли. Боже, и какое полотно. В сторону. Заняться. Уход за собой. Чего она такая ветрянковая-то? Цыш. А, мне тут еще подарочка положили. Ну, напомню, какая орхидейка. У нее было сломано кончик цветоноса, поэтому сейчас эти цветочки отцветут, и вот тут у нее вот есть новый цветонос. Вот, скоро она будет опять цвести, пахнуть. Сейчас я буду смотреть, надо ее пересаживать или нет. Состояние ее, запах просто обалденный. Бирку отодри.
причем такие очень сильные, ароматные. То есть я не знаю, как ее. Так, сейчас я ее. Вот. Вот такая орхидейка. И мне еще тут прислали череночки в подарочек. Это пеларгония. Розовобудная или какая, не знаю. Вот такая пеларгония. Сейчас я ее быстро-быстро в корневин. В принципе, этого я не заказывала. Это мне уже как бы подарок. И я заказывала вот такой вот ампельный жасмин. Это он, наверное, так пахнет. Точно. Это ампельный жасмин комнатный. Он пропах всю посылку. Это пахнет так оно. Он даже орхидею с собой запах. Это вообще запах потрясный. Я думаю, что так пахнет, что такое знакомое, где-то я эти ноты слышала. Это мне тоже прислали на укоренение. Такой вот череночек, и я этому безумно рада, потому что я его когда-то очень хотела. Вот такая вот была посылочка. Посылочки еще будут с орхидейками, еще будет их несколько штук. На одной, как вы понимаете, я не остановилась. Get up, get out of your bed now.